Я тут смотрел выступление симфонического оркестра и поймал себя на мысли, что если бы поступал в музыкальную школу или училище, то наверняка только на этот инструмент. Вот на этот вот, да. И тут я задумался. Бывает же в музыкальных училищах класс скрипки, класс фортепиано, что еще там, виолончели, трубы. Но вот как назвать этот инструмент и не опозориться? Алиса, как называется большой молоток в оркестре? Читаю. Большой молоток 7 букв – это кувалда. Да, теперь мне кажется ясно. Согласитесь, звучит монументально. Ура, поступаю на класс кувалды.